за восхитительные блюда, которые приготовила Салиха. Опусти, опусти. Ты который раз его поднимаешь? Да ладно, пусть пьет. Это последний. И помедленнее. Алит, ты совсем не рассказываешь, как работа? СТУ открылась? Хорошо, что Ильяс подписал контракт с фабрикой. Да, это точно. И с перегоном не мучаемся, и деньги хорошие будем зарабатывать. Все идет отлично. Я рад, поздравляю, Асия. А перчики у Салихи не такие вкусные, как у тебя. Ильяс, я тебе признаюсь кое в чем. Это не я готовила эти перчики. А кто готовил? Как это не ты? Те, что я готовила, разваливались. Они плавали в бульоне, как дохлая рыба. Я позвонила Салихе. Их делала ее мама, и подруга привозила их мне. Ну и ну. Ты только посмотри. Я в шоке, я в шоке. Так получается, и ты мне лгала? А ты еще постоянно злишься на меня. Хочешь сказать, что мы в расчете? Отличная идея. Да. Ребята, какой сильный снег пошел. Надеюсь, что Ильяс не застрянет в дороге. Ого! Народ, пойдем потихоньку, пока не завалило дороги. Вы поезжайте, я позже выйду. Ладно, как знаешь. Заодно уложу сына. Спасибо, у тебя золотые руки. Спасибо. Большое спасибо, до свидания. До встречи. Всего доброго. Спокойной ночи. Иди побудь с Мехметом, а я со стола уберу. Ладно, иду. Оставь, утром уберем. Ты приготовила всю еду. Я хотя бы уберу со стола. Иди спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброй ночи. Спасибо, Нармин. Нармин, ты не со мной будешь спать? Ну уж нет. Только после свадьбы. Но мы ведь помолвлены. Этого недостаточно. Я приду завтра ни свет ни заря и встану под дверью муниципалитета. И сразу же назначу дату. Ну хватит уже. Давай немедленно поженимся. Хорошо, но сначала поспи. А ты меня на ночь не поцелуешь? Ладно. Хорошо. Я буду спать. Спокойной ночи. И тебе тоже. Мимо не собирается спать этой ночью. Говорит, будет наблюдать, как падает снег. Отдай соску.
Что случилось? Я не могу выгнать машину. Снегом завалило. Кажется, я стал заложником. И что же мы будем делать? Не знаю. Поиграем в карты. А игра в слова? Она еще лучше. Поиграем? Хорошо, я согласен. К тому же мой сынок пополнит словарный запас, правда? Будто он знает хоть слово. Конечно, знает. Он говорит «бу», говорит «агу». Мы будем использовать его лексикон. Скажи «бу». Скажи «бу». Скажи «агу». Боже мой, не стреляй, Пек, не стреляй! Пощади меня! Вставай, Соня, за Соня. Идем играть в снежки. Айча, слушай, если я умру, в этом виновата будешь ты. Пусть все знают об этом. За что на мою долю выпали такие несчастья? Вставай, Усман, давай. Усман, ну же, вставай. Вставай, говорю. Поднимайся. Хватит лежать. Вставай.